Стать водителем можно нават и колясочник. У Могилеве у одной из аутошкол вучить кировать машины людей с обмежеванными махчимостями. Курсантами становятся не только жихары Могилевской области. На учебу проезжают соседних Витебской, Гомельской области и нават с Брестской. У Беларуси денежные усяго 4 группы, где водженю вучить менавито инвалидов колясочников. На учебном автомобиле разом с обовязковой литрой «У» додатковый знак «За рулем инвалид». Машиной керует человек с протезами. Станислав, былый военный, 9 годов тому, рассказывая, при выполнении службового обовязку отримал инвалидность. Теперь наново учится керовать автомобилем. Причем на занятки приезжая с Белынского района. Живу в деревне. Машина, желательно, чтобы была, конечно, своя. Ну и работу. Устраиваться и ездить. Почему бы не водить машину, не дома же сидеть. Нашел школу, пошел учиться. Сюда поближе, что у нас их школ мало по Беларуси. В учебный автомобиль переобсталеваны для ручного керования. Все остальное, как у инших курсантов. 170 годин теории и 50 годин водження. Подобные группы как таковые отдельно не существуют, а инвалиды у нас обучаются уже более 2 лет. Эти люди ничем не отличаются от других обучающихся. Они занимаются теоретической подготовкой в общих группах. Единственное отличие, чем они отличаются, только автомобилем, на котором они проходят практическое вождение. Для людей с обмежеванными махчимостями у Беларуси працуют 4 автошколы. Такие есть у Брестской и Минской областях, а так само у Минску. У Могилеве за 2 года існавання группы на водителя с ручным кированием машины выучились 10 человек. Татьяна Сергійчик, Александр Артемьев, Новин регион.